В период пандемии крайне важно найти комплексное средство, которое поможет нашему организму и восстановиться, и противостоять вирусной инфекции. Сейчас, перед Новым годом, мы знаем, что вы готовитесь к новогоднему столу, что вы приобретаете подарки. И именно сейчас, когда мы понимаем, что после Нового года будет обострение пандемии, нам необходима поддержка организма, мы сделали главным товаром дня, что пользуется самым большим спросом на нашем телеканале. Это уникальный набор из красного корейского женьшеня с омегой-3, который восстанавливает наш организм, который защищает наш организм и дарит нам профилактику самым страшным заболеваниям. Представляет красный корейский женьшень с омегой-3 на нашем телеканале ведущий эксперт рубрики «Здоровье» с медицинским образованием, врач-провизор Александра Кленова. Саша, еще раз доброе утро. Здравствуй, Леночка. Здравствуйте, уважаемые зрители. Я рада представить вам препарат на основе красного южнокорейского женьшеня. Это средство улучшит свой иммунитет за счет 46 видов биологически активных веществ в составе. Он родом из Южной Кореи. Больше нигде в мире он не растет. 8 лет нужно, чтобы создать одну такую баночку препарата. Почему? Потому что 2 года только готовится почва, прежде чем посадить красный женьшень. А потом еще 6 лет он растет, набирает в себя полезные вещества из почвы, из воздуха и отдает их вам. В сочетании с омегой-3 смягчается воздействие женьшеня на сосуды. Мы знаем, что он тонизирует, поэтому чистый женьшень гипертоником нельзя. В сочетании с омегой-3, которая является ангиопротектором, защитником сосудов, можно. Что такое омега-3? Это полиненасыщенные жирные кислоты из мяса океанических рыб. Это профилактика инфарктов, инсультов, ишемической болезни сердца, проблем с памятью, потому что наш мозг питается жирами полезными, которые есть в составе также этой капсулы. И взаимное женьшень и омега-3 усиливают действие друг друга. Также обратите внимание, удобная форма. Капсула небольшая, легко проглатывается, а оболочка защищает вещества, которые внутри капсулы, от растворения в кишечнике. Они всасываются именно там, где нужно, и это почти 100% биодоступность. Полностью натуральный состав, поэтому никаких противопоказаний, и со всеми препаратами, которые вы пьете, препарат на основе женьшеня и омеги-3 совместим. Всего одна капсула в день. Это ваш крепкий иммунитет, это ваше здоровое сердце, это ваши сосуды без холестериновых бляшек, и это ваша долгая, здоровая и активная жизнь. Но и самое главное, что это только сегодня, перед Новым годом, в преддверии праздника, потрясающая цена, которая не будет уже повторяться в Новом году. Обратите внимание, что одна упаковка, один курс стоит 2999 рублей, и здесь 180 капсул. В обычных аптеках витамины всегда по 60 капсул, здесь сразу же на полгода курс. Но именно сегодня, в преддверии Нового года, вы получаете двойной набор не за 6 тысяч, а за 3499 рублей. Это абсолютный бестселлер нашего телеканала, он эксклюзив, и продается всегда более 900 курсов за одну презентацию. За все время было продано более 10 тысяч курсов. Именно сейчас у нас уже более 70 тысяч наших клиентов уже сделали выбор в пользу укрепления своего здоровья и иммунитета. И это очень важно. Дозвонитесь прямо сейчас. У меня, кстати, вот подруга, она живет, это моя землячка, она живет и работает в Москве. Еще при первом появлении, да, при премьере, она приобрела для себя этот курс, а в отпуск поехала домой, туда вот в мои родные края. Да. И она говорит, я спрашиваю, как отпуск провела с родными, с мамой, с папой, брат там у нее, с женой, с семьей. Она говорит, да как провела? Я только приехала туда, и тут же мгновенно вся семья заболела ковидом. И она говорит, мне пришлось ухаживать за ним. Я говорю, а ты сама-то не заболела? Она говорит, нет, в том-то и дело, что у меня был такой сильный иммунитет, что я не заразилась, но я ухаживала весь месяц за ним. Ну а вспомним Южную Корею. Когда в Китае рядом свирепствовал вирус, в Южной Корее все было спокойно, люди не болели. Почему? Потому что красный южнокорейский женьшень повышает иммунитет в любом возрасте. Особенно у пожилых людей, которые, казалось бы, особенно уязвимы перед вирусом. Этот женьшень за счет 46 видов биологически активных веществ в составе укрепляет нашу иммунную систему, выводит токсины, защищает нас от вирусов и выводит даже радионуклиды, то есть оказывает еще и антиканцерогенные эффекты, потому что все мы знаем, что радионуклиды и токсины в организме могут вызвать новообразование. В Корее дает женьшень уже детям, начиная с рождения, потому что иммунная система закладывается в первые буквально месяцы жизни. Именно красный женьшень самый эффективный, потому что он красный от повышенного содержания полезных компонентов, витаминов, минералов, микроэлементов и других биологически активных соединений. Он содержит гензинозиды или сапонины, которые являются антиоксидантами и иммуностимуляторами натуральными.
Посмотрите на южных корейцев. У них средняя продолжительность жизни 92 года. И до глубокой старости они остаются активными, занимаются спортом, вот и гуляют. Вы будьте активными, тем более сейчас, когда мы немножко тут забылись с праздником, мы забыли соблюдать дистанцию, мы забыли соблюдать профилактические мероприятия. А у вируса праздника нет. И после Нового года, как следствие, как и было в прошлом году, все больницы будут переполнены. Успевайте дозвониться прямо сейчас. Звонок бесплатен с любой точки России. И мы понимаем, что вы готовитесь к праздничному столу, поэтому сейчас платить ничего не нужно. Оплата по факту получения и самое выгодное предложение. Смотрите, один курс, это полгода 180 капсул, хотя в обычных аптеках даются по 60 капсул в банке. Здесь 180 капсул 2999 рублей. А если вы забираете сразу двойной курс, вот он перед вами сейчас, это как раз главный товар дня, это не 6 тысяч, а 3999. Успейте дозвониться прямо сейчас. Более того, ведь не только красный корейский женьшень, но еще и омега-3 здесь, а это значит наше с вами сердечко. Я рассказывала же тебе историю про одноклассника моей дочери. Да. Маша к нам приехала и говорит, ой, какие печальные новости. Она прочитала в ВКонтакте, по-моему, да, что ее одноклассник погиб от сердечного приступа. Слушайте, 24 года человеку, как такое может быть? На самом деле, к сожалению, помолодели сердечно-сосудистые болезни, потому что люди неправильно питаются. Мы постоянно испытываем стрессы. Опять же, иммунитет, опять же, плохая экология. То есть наше сердце быстро очень изнашивается. И как раз-таки, да, уже после 40 лет люди начинают, к сожалению, в России повально умирать от сердечно-сосудистых заболеваний. Господи. Это самая распространенная причина смертности в нашей стране. 2500 человек каждый день умирают от последствий болезни каждый сердца день. И сосудов. Представьте, каждый в этой день. Цифре может оказаться кто-то из ваших близких. То есть в месяц в России умирает около 60 тысяч людей от болезни сердца и сосудов. Но омега-3 в составе этого препарата, она улучшает тонус сердечной мышцы, она улучшает тонус сосудов и защищает и сердце, и сосуды от преждевременного изнашивания. То есть дарит вам несколько дополнительных лет жизни. Внимание, у нас остается мало времени, успейте дозвониться прямо сейчас. Экономьте обязательно на их бесплатной доставке от суммы заказа 4990 рублей. Есть большой комплекс 4, это семейный. Дозвонитесь прямо сейчас.